Всем большой привет! Сегодня хочу показать и чуть-чуть рассказать о своем Phalaenopsis equestris pink и от Микки и его групповой посадке. Я, честно говоря, очень рада, мне очень нравится то, что я вижу, и я планирую сделать еще групповые посадки. Я на самом деле немножко боялась групповую посадку, потому что надо подобрать правильно горшок, и мне было важно найти низкий, но широкий, чтобы корневой было удобно, чтобы мне было комфортно поливать. Я не хотела брать высокий горшок, потому что это занимает очень много места, и надо было бы очень-очень много дренажа. Мне такой вариант не подходит. И тут мне на выручку пришло вот такое кашпо из натурального материала. Это пробковое дерево, кора пробкового дуба. Конечно же, в описании будет ссылочка, где я это беру, в которой можно перейти и тоже себе взять. Чем они мне нравятся? Они приходят разных размеров, я их распиливаю и делаю себе горшочки нужной высоты, и подобрать можно диаметр. Вообще там и блоки, и все что угодно, много вариантов, не будем на это отвлекаться. Перейдите по ссылочке, посмотрите, может вам такое тоже надо, может вам такое подойдет. Вот, и взяла такое. Вот такое в пластик немножко боялась сажать из-за переувлажнения. И плюс не нашла пластика, скажем так, низкого и широкого, как мне нужно. Почему не посадила в глиняный? Ну, на самом деле, тоже не нашла. И вообще, честно говоря, стечение обстоятельств, потому что подвернулись мне вот эти кашпо из пробкового дуба. И так звезды стали, думаю, хочу групповую посадку. Хочу это кашпо, и вот оно, и групповая посадка, и кашпо. В дальнейшем, вот теперь тоже хочу сажать те, которые у меня дублями, те, которые похожи, процвели вместе. И тоже, в общем-то, хочу сажать вот так вот в пробку, не хочу сажать в глину. Глина немножко холодит. Вот, и глина хорошо собирает соли, мне это не сильно подходит. Плюс мне подходит, что когда вот это придет в негодность, начнет там разрушаться, трескаться, я, в принципе, вот вместе с вот этим всем могу это все перекинуть в следующий размер. С глиной так не очень получается, все равно надо будет разбивать, как-то что-то подчищать, где-то что-то отбирать, не получится просто взять и перекинуть в следующее. И опять-таки здесь у меня получилось более опциональное с выбором глубины горшочка, да, вот этой вот высоты. Отвлекусь, спрашивают, как делается дно. Делается дно различнейшими способами. Во многих каналах, кстати, показывают, много кто берет такое. Можно посмотреть, можно придумать самому. Кто-то прокладывает низ агроволокном, пришпиливает его или приклеивает его. Кто-то сеточки наподобие вот огородных, вот этих мягких сеточек. Кто-то есть флористические сетки, кто-то берет пластиковые сетки, знаете, которые кладутся на дно раковины. Кто-то сам делает, просверливает дырочки, просовывает деревяшечки там, кто-то их приклеивает. В общем, фантазия, ваша фантазия, как вам удобно. У меня так встали звезды, что вот такое вот блюдечко, самое обычное, от горшка подошло. Я его сюда вставила. И оно не выпадает, оно хорошо вошло. Вот тут, правда, потрескалось от моих усилий. И я надела много дырочек. И вот так вот классно оно сидит. И мне нравится тем, что, видите, вода вытекает. И когда я ставлю, дно не соприкасается с водой, не натягивается лишняя влага, но при этом нужная влага натягивается во внешнюю часть, то есть в само кашпо. И получается здесь влажновато. И внутри хорошо. Вот такой хороший получился баланс. Мне это очень нравится. Как они себя чувствуют? Что насчет моего опыта? Насчет моего опыта скажу, что меня сразу предупредила, спасибо девушка, которая занимается этими кашпо, что в них все, ну, очень быстро просыхает. И очень-очень за этим надо следить. И гораздо чаще поливать. Вот прям на самом деле гораздо чаще. И я когда сажала, не хотела мох. Потом, через 2 недели, я так пожалела, что я не положила мох, но решила не торопиться. Я подстроилась, привыкла. И теперь вот, собственно, без мха отлично все поливается. Отлично растут корни. Им нравится пробка. Они к ней внутри и снаружи присасываются. Все, что вы видите вот снаружи, под листочками, это все новое.
И я досыпала коры. На самом деле досыпала прилично. Я сажала, у меня кора была заполнена чуть больше, чем наполовину. Вот. И со временем я ее досыпала, когда было надо, потому что корни хорошо буйно растут, оголяются. И вот я досыпала. Я просто знала, как бы мой опыт в посадке подсказывает, что так происходит. И всегда первую посадку я делаю, не досыпая кору до самого верха. И с возможностью добавить ее со временем, чтобы, например, знаете, бывают моменты, когда люди говорят, орхидея выскакивает из горшка. Вот чтобы ее лишний раз не дергать, не пересаживать из-за этого, у меня есть вариант досыпать коры. Вот тут было то же самое. И теперь все выглядит вот так. У меня здесь три взрослых растения. Их цветоносы с детками. А часть деток с цветоносов в процессе была срезана и продана или подарена другим людям. И вот, кстати, одна детка сидит тут внизу. Вот она посаженная. Она была на цветоносе. Цветонос я уже обрезала. Она растет самостоятельно. Вот. Вот такое у меня счастье. Групповые посадки интересны, групповые посадки красивы. Групповые посадки вы делаете на свой вкус. Для эквестриса это очень хороший вариант, потому что цветения у него мелкие, цветы мелкие, но сами цветения пышные. Он напоминает сирень, и когда он идет в групповой посадке и цветет, смотрится это неимоверно. И ну, действительно это шикарное зрелище, поэтому вот эквестрис действительно очень хорош в групповых посадках. А какие эквестрисы вместе сажать, это судить вам. Я люблю сажать дубли, ну, одинаковые, мне нравится. Я в своей коллекции, скажем так, не вижу посадки вместе, например, альбовых и розовых, или белых, но с разным цветом губы, хотя вот девчонки, которыми я общаюсь в своей группе любителей эквестрисов, ссылочка в описании под видео, переходите, присоединяйтесь, смотрите, пишите, комментируйте, там много всего интересного бывает. Так вот, они практикуют посадку и разных эквестрисов. И смотрится, на самом деле смотрится красиво, смотрится очень пышно, занимает, экономит, скажем так, место, потому что один горшок поставить бывает удобнее, чем три рядышка. И на самом деле такое имеет место быть, если вам нравится, конечно же, сажайте так. Мне нравится, когда одинаковое, когда создается впечатление, что это вот такое одно большое гармоничное растение, которое цветет на много цветоносов и смотрится так, как сказать, уже столько слов применила, эпитетов, более однородно, что ли. И да, действительно напоминает сирень. Вот такой у меня опыт. Надеюсь, вам было понятно. Если у вас есть вопросы, конечно же, задавайте здесь. Или, если вам здесь неудобно, переходите опять-таки по ссылочкам в описании, в Инстаграм, на Фейсбук. Спрашивайте меня там комментариями под фото, заинтересовавшими вас. Или же можете спрашивать меня там в личных сообщениях, в мессенджере, в директе. С удовольствием подскажу, расскажу, пообщаемся. Вот, и огромное спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Надеюсь, вам было интересно на это посмотреть. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не стесняйтесь делить видео с друзьями, писать комментарии, писать, если вам что-то не понравилось, если вы не согласны. Кстати, с огромным удовольствием читаю опыт. Очень мне нравится читать и собирать чужой опыт, делать себе какие-то пометки, замечать хитрости, возможно, что-то потом пробовать применять у себя. Это действительно очень классно делиться опытом, поэтому пишите, есть ли у вас групповые посадки, как они у вас себя ведут, как вы к ним пришли, почему так, как вы любите сажать, сажаете ли вы несколько, например, фаленопсисов, но с разным цветением, или, может, кто-то практикует посадку даже разных орхидей, там, котлей, дендробиумов вместе, которые требуют более-менее одинаковых условий, одинакового полива, но вместе это смотрится пышнее. Пишите в Инстаграме обязательно, когда выйдет это видео, как и на ФБ появится ссылочка на это видео, и появятся еще фотографии, под которыми тоже вы сможете написать свое мнение, свой опыт. В общем, выбирайте платформу, которая вам удобней. Буду очень рада со всеми пообщаться.
И на этом уже действительно все. Еще раз огромное спасибо вам за просмотр. И всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.